В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, местный житель 1991 года рождения. В его автомобиле обнаружили салфетки, предположительно пропитанные амфетамином, а также бутылку с жидкостью, в которую мог быть добавлен наркотик. Экспертиза показала, что это амфетамин массой более 150 грамм. В ходе дальнейшего расследования задержали организатора незаконной деятельности. По месту жительства 25-летнего мужчины обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, бутылку с подозрительной жидкостью, а также предметы для изготовления наркотика. Проведенная экспертиза показала, что общая масса изъятого составила 360 грамм и также является амфетамином. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, незаконный оборот наркотических средств и незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.